как я выгляжу? Ты выглядишь, как черная борода Вальдо. Это тот наряд, которого мне не хватало из Вирджинии в вечер обоснования. Нет, ты должен переворачиваться через штаны руками. Я просто прикинул, что ты слишком коротка, чтобы дотянуться до бедер. О, я не промахнулся. Вы только немного изменились. Что это? Твой профиль в Тиндере? Нет, это блог. Я остановился. Аманда Таннер, я слышал, ты выполняешь эту задачу. Для Конгресса. Я ребенок. Для женщины в Конгрессе. Знала ли ты об этом? Все знали. В более вопиющие времена колледж был довольно жесток для некоторых людей. Три брака. Правильно. Я видел мертвый ботинок в машине. После многих лет, когда вы говорили мне, что я никогда этого не сделаю, я как-то ношу обувь за $62. Эдвард 40 рук. Я помогу вам. Правда? Дай мне сначала пописать. Отрубите электричество. Убийца. Один из нас. Мы заперты в этом доме убийц. Ладно, итак, у нас нет Wi-Fi, а стационарные телефоны не работают. Давайте, люди. Какой план? Надо говорить о том, что мы чувствуем. Будь честным. Ты должен сделать шаг вперед, парень. Мы обыщем дом, найдем пистолет. А когда мы найдем пистолет, мы найдем убийцу. Сейчас было бы здорово. Или, может, даже сейчас. Я? Ничего. Я чувствую себя так, как будто я в своей собственной реальной комнате побега. Это дико захватывающе, не так ли? Это безумие. Вы видите что-нибудь? Просто кричи мне имя. Я боюсь. Иисусе, что? Я просто тренируюсь.